3 по 8 ноября состоится международная акция под названием «Большой этнографический диктант». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам национальностей. Это просветительский проект, который познакомит участников с культурой разных народов России, а также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. На его прохождение дается 45 минут. За правильное решение всех заданий можно получить 100 баллов. В Ленинском городском округе будут организованы две площадки. На базе Видновской школы номер 10 и нового образовательного центра «Успех» в рабочем поселке Дрожжино. Начало мероприятия в 10:00. Кроме того, ответить на вопросы и получить подробную информацию можно на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».